Я вас приветствую, мои дорогие друзья. Меня зовут Дима. Вы на канале Библейских Пророчеств Последнее Время. Спасибо, что вы с нами до конца. Сегодня мы рассмотрим очень интересную, интересную новость. Вопрос у нас сегодня. Так что там происходит на Храмовой горе? А то мне многие пишут. Дима, горит мечеть, горит купол скалы. Третий храм Будет ли построен и когда начнется последняя седьмина? Сегодня вкратце еще раз хочу вам кое-что напомнить и сказать. Вот такое вот страшное видео мы видим, довольно-таки разрушительное. Вот столько новостей, что не успеваешь их все освещать, но мы стараемся делать все возможное, чтобы хотя бы немножко уделить время последним новостям, которые серьезные новости, о которых стоит сказать и немножечко поговорить об этом. Удивительные вещи происходят в последнее время. Удивительные. Вы, наверное, перепугались так же, как и я, но сразу скажу, что видео, которое вы видите на экране, оно смоделировано или, скажем так, сгенерировано, как сейчас говорят, искусственным интеллектом. А выглядит как настоящее. Вот. Есть уже такие программы или да, искусственный интеллект, который делает картинки, который делает видео и так далее. Но зачем сделали такое видео вопрос? Зачем нам это видео показывают? Я, когда увидел это видео, честно вам скажу, у меня сразу внутри похолодело. Я подумал, ну все, началось. А, ну кто его знает, там война идет в Израиле, ну мало ли, может действительно, да, то есть я вот первый раз, когда посмотрел, я, ну, я действительно, ну, как поверил, да, в происходящее, а потом начал читать новость, я вам сейчас ее озвучу и понял, что это все-таки еще не реальность, это, это просто кино, пока это просто кино, но, а, не, ну, как бы еще ничего не началось, но, друзья, скоро начнется. И мы это видели во фрагменте, который я вам показывал и, и показал еще «Я домашний козел 2». Да? Там тоже о планах и иллюминатах говорится, о планах закулисного правительства. И вполне возможно, не исключено, что во время большой войны, может быть не сейчас, может быть чуть-чуть попозже, есть такая вероятность, что купол скалы, вот эта вот святыня мусульманская на Храмовой горе, может быть разрушена. Это как одно из вариантов развития событий. Одно из вариантов. Вот. И как бы правильно тут мне один хлопчик написал, что это проверка. Я, друзья, скажу вам честно, больше чем уверен, что мусульманский мир уже договаривается с Израилем за кулисами, как и что будет происходить в ближайшее время. Сейчас идет ожесточенная схватка, идет война я в Израиле, вы об этом знаете, с палестинским движением Хамас. Вот и идет уже, по-моему, я не знаю, сколько она идет, в октябре или в ноябре, уже почти год уже будет, как все началось, друзья. Уже год. Сказали, да, это операция на, когда-то Арестович говорил про Украину, да, это война 2-3 дня, потом 2-3 недели, 2-3 месяца, 2-3 года, и пошло. Скоро будут говорить... 20-30 лет эта операция будет длиться. Вот так же и здесь. Думали, что это все закончится быстро, но оно быстро не закончится. То есть идет страшная война. Вот. И, к сожалению, гибнет очень много людей. Вот. Два непримиримых врага или два брата, скажем честно. На основании Писания это два брата, это родственники, да, палестинцы, арабы. И израильтяне, евреи, да, они по Аврааму же, получается, братья, друзья, они братья. Ну, у них мама разная, ну и что? Но они братья. И в итоге они должны помириться. Да, у них разные религии немножко, но они похожи. Они похожи, и они до сих пор непримиримо воюют друг с другу, друг с другом. Но окончательно они скоро помирятся, друзья. То есть достигнут окончательного мира. И скорее всего, после большой войны у реки Ефрата, которую мы читаем в книге Откровения 9 главе, эти договоренности будут достигнуты. А вот что говорит сама статья, я вам озвучу ее для вас. Еврейская организация «Храмовая гора» недавно выпустила видео, вот это видео, которое вы видите на экране. А это видео сделано с помощью искусственного интеллекта, то есть оно не настоящее. А в этом видео изображен горящий купол скалы или кубат Ас сахра Одно из самых священных исламских мест в Иерусалиме. В видео утверждается, что это событие произойдет в, в ближайшем будущем. Это искусственный интеллект так решил или люди решили, запрограммировав искусственный интеллект. Что это за прогностическое программирование? К чему готовят нас? друзья. И, конечно же, это вызвало волну критику и беспокойства среди мусульманского мира и представителей других религиозных сообществ, вот, воспринимающих это, вот, происходящее это, как провокацию и угрозу. Ну, уже, я так понял, никто на это не реагирует. Потому что война? Потому что война. И, ну, подумаешь, видео сделали, ну, что это же не по-настоящему. Но это же что-то этим хотят сказать. Друзья. Ну, конечно же, на фоне войны. Если бы это в мирное время вы выпустили видео, конечно, наверное, бы было бы это неприятно, вот к чему. А так как война, ну, война, многое простит, да. Многое можно делать во время войны то, что раньше не делали, да. По-другому каждый себя проявляет во время войны, знаете, каждый человек себя проявляет или организация. Одни проявляют себя с хорошей стороны, другие проявляют себя с плохой стороны. А что война же? И я хотел бы вам еще зачитать один фрагмент комментария. Вот что мне написал один мусульманин в комментариях. Это сделано для проверки реакции мусульман. Мусульманские правители показали, что они готовы признать уничтожение мечети. Так как? Саудовская Аравия выпустит окончательное решение по этому вопросу, что это якобы вроде бы как, как воля Аллаха. Ну, я вот часто слышал у мусульман, если что-то происходит, но это воля Аллаха. И мы должны будем признать это, это как факт. Это воля Аллаха. Все объяснимо. Это воля Аллаха. Но истинные мусульмане пока соберутся, пока народ очнется, пройдет еще какое-то время. Но пока народ очнется и к чему-то придет, уже будет на том месте стоять, начинать постройку третий храм. Потому что третий храм возведут очень быстро, за 7-8 месяцев. Мы уже это когда-то подсчитывали. Так вот, друзья, что я думаю? Уничтожат ли купол скалы или нет? Это не это так важно. Все зависит от тех, то за кулисами уже договаривается о том, каким образом это все будет происходить. И если они сейчас не договорятся, вот сейчас на данном этапе времени, когда уже идет война в Израиле, сильная, ожесточенная а война, большая, то а, если сейчас договоренности не будет, а скорее всего, мне так кажется, что не будет, то чуть позже. Будет большая война, мировая война, о которой мы говорили, где погибнет одна треть населения Земли, и потом все равно они договорятся. Так смысл тогда ложить э, одну треть населения Земли? Все равно договорятся. Но все равно же придут к мирному договору, все равно договорятся. Не после маленькой войны после большой войны договорятся? Появится антихрист, мы об этом знаем который и заключит этот окончательную сделку века Трампа. Да, будет ли это делать Трамп или Кушнер или еще кто-то, третье лицо, которое мы не знаем, которое появится на мировой арене скоро. Мы не знаем, но это и не важно. Кто будет антихристом? Да это и не важно. А важно то, что это случится на основании библейских пророчеств. Будет построен третий храм. То есть вначале договор. Потом будет построен третий храм. Это все на основании Писания, друзья, библейских пророчеств. А опять же, на месте купола скалы будет, будет постройка третьего храма, или рядышком. Сейчас этот вопрос, скорее всего, уже решается на высшем мировом закулисном уровне. А потом все, конец. Вот они решат: это конец. Может, они не решат и не знают, что это конец, потому что Библия говорит, что это будет конец. Потом будет Армагеддон. Большая битва, последняя, четвертая мировая война уже в долине Мегида в Израиле. И физическое, второе физическое пришествие Иисуса Христа. Потому что по истечению последней седьмины пророка Даниила настанет конец. А последняя седьмина пророка Даниила включится когда? Когда будет подписание мирного соглашения между палестинцами и израильтянами. И принят этот договор будет на мировом уровне. Это будет серьезное решение. То есть это будет реальное решение и выход из ситуации. Скорее всего, после большой третьей мировой войны. Вот поэтому, друзья, мы так пристально и следим за тем, что происходит. И вот это смоделированное видео тому подтверждение, что скоро этот конец настанет. Конец века, конец света. Называйте это как хотите, но мы очень близко подходим ко всем этим событиям. Друзья. Постройку третьего храма хотят очень много а, евреев. Они жаждут. Они ждут, сколько видео выпускали, сколько людей, сколько... Они хотят, они в мечтах, они во снах это видят, это, этот прекрасный долгожданный момент. Так может, мусульмане однажды позволят это сделать евреям? Любой ценой, но третий храм должен стоять на храмовой горе. Для них это важно: с войной или без войны. Вопрос вот только в том, будут ли сносить купол скалы или оставят, да? землю ли поделят поровну или отожмут да? в процессе Третьей мировой войны. Мы еще этого не знаем, но уже как бы можем строить гипотетические, так сказать, развилочки, развития событий. Судя по этому видео, хотят и прогнозируют снос. И однажды это случится для кого-то, к сожалению, для кого-то, да, для кого-то к счастью. В заключение хочу вам прочитать два фрагмента из Писания, которые говорят о всех этих событиях. В Ветхом Завете пророк Даниил, друзья, мы очень часто с вами читаем, еще раз напомню, говорит о третьем иудейском храме, который будет стоять в самом конце человеческой истории во время великой скорби. Пророк Даниил, 9 глава, 27 стих. «И твердит завет для многих одна седьмина». Последняя седьмина включится после подписания завета или договора мирного со многими то есть между палестинцами и израильтянами. В половина седьмины, то есть спустя 3,5 года, прекратится жертвоприношение, на крыле святилища будет мерзость запустения. То есть говорится, что в первой половине седьмины будет построен третий храм, восстановится жертвоприношение животных, и говорится, что на крыле святилища будет стоять некая мерзость запустения. Это, это значит, что в последней седьмине будет стоять третий отстроенный иудейский храм, реконструированный. Первый храм построил Соломон, второй храм построил Зарававель, третий храм, кто построит, мы еще этого имени не знаем, но этот храм будет построен на Храмовой горе. И дальше написано, окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя. Опустошитель это и есть Антихрист, который все это и замутит в конце дней. К сожалению, судьба его предрешена, он погибнет и пойдет в Ад. Друзья, в новом завете пророк и апостол Иисуса Христа Иоанн говорит тоже о третьем иудейском храме, который будет стоять во время великой скорби. Мы читаем в Откровении 11 главе 1-2 стих: И да нам трость подобная жезлу, и сказано: встань и измерь храм Божий, и жертвенники, поклоняющихся в нем, а внешний двор храма исключения измеря его, ибо он дан язычникам. Они будут попирать святой город 42 месяца. Мы видим привязку. Мы видим святой город Иерусалим. Мы видим 42 месяца. Время великой скорби. Три с половиной года. Вторая половина седьмина. Храм Божий будет стоять во второй половине седьмини на храмовой горе. Мы видим храм Божий, мы видим жертвенник, мы видим поклоняющихся в этом храме. И мы видим внешний двор храма, который исключен по какой-то причине. Может быть, потому что там будет стоять купол скалы. Да? Как, как часть, которую они не затронут. Потому что там места много, там, в принципе, можно и рядышком построить третий храм. Это не проблема. Вот. Но по какой-то причине внешний двор храма исключен. И это тоже будет факт будущей истории. Друзья, сейчас весь мир в ожидании политической воли мировых правителей. И как только заключат этот долгожданный мир между палестинцами и израильтянами на мировом уровне, на мировом уровне. Последняя седьмина пророка Даниила заработает, и мы с вами увидим исполнение последних библейских пророчеств воочию, если Бог даст и живы будем. А я не прощаюсь с вами, до скорой встречи, хранит вас Господь Иисус с Богом.